Новости из США, на фоне которых поправки в закон совсем не кажутся излишними. Вашингтон всеми силами способствовал украинскому перевороту, а сейчас приступил к подготовке русского Майдана. Такой вывод можно сделать после прочтения законопроекта, посвященного нашей стране. Сейчас он проходит рассмотрение в Конгрессе. Текст опубликован на официальном сайте Палаты. Называется документ «Акт о предотвращении российской агрессии». Его авторы, 26 республиканцев, среди которых главный русофоб Америки Джон Маккейн, считают необходимым потратить $30 миллионов на развитие демократии в нашей стране. Очевидно, по украинскому сценарию, там США официально тоже развивали демократию, но на деле разожгли огонь гражданской войны. Теперь Вашингтон намерен заняться нами. На словах говорится о помощи политическим организациям и гражданскому обществу. Еще в законе прописана поддержка независимых СМИ. В украинском варианте это означало создание мощного механизма по промывке мозгов и дезинформации. По традиции Вашингтон ратует из-за верховенства закона. Олицетворением этого стремления после победы Майдана стал бандит со шкобилой. Таких деталей в проекте множество. Но еще одно стоит выделить особо. Финансирование закона рассчитано до 2018 года. Именно в этот год Россия будет выбирать президента.